Добрый день, уважаемые друзья! Канал «Настоящий узбекский» приветствует вас в нашем сегодняшнем видео. Мы расскажем вам о ресторанчике хорезмской кухни под названием «Сазанчик». Всего лишь в 60 километрах от Ташкента есть место под названием «Бочки». Это место, где сосредоточилось очень большое количество ресторанчиков перед поднятием в горы на водохранилище «Червак». Здесь многие ташкентцы отдыхают, прежде чем выехать дальше в горы. Здесь они делают свои перекусы. И вот в этом месте также есть ресторанчик под названием «Сазанчик». Ресторан «Сазанчик» предлагает большой выбор блюд хорезмской кухни. Хорезм находится на западе Узбекистана. Эта кухня отличается от остальной узбекской кухни тем, что она менее жирная, очень мало используется баранины, здесь в основном они используют рыбу и говяжье мясо. А также у них очень часто используются мучные блюда с различной зеленью. Вы видите, достаточно представительное меню здесь представлено, различные закуски, горячие закуски, салаты и, конечно же, блюда из свежей рыбы, потому что регион Хорезм славится своей речной рыбой, это в первую очередь сазан. Перейдем к самим блюдам. Вот вы видите хорезмскую лепешку. Она отличается от других лепешек Узбекистана тем, что она является очень тонкой, хрустящей. Это вот чебуреки или так называемые гомма на хорезмском чебуреке, которые делаются из пресного теста с добавлением большого количества зелени. Также в хорезмской кухне представлено особое блюдо, которое называется тухумбарак. Это что-то наподобие пельменей или вареников, даже вареников, которые наполнены специальной смесью из яиц и еще каких-то приправ. Это вот жареная рыба сазан. В ресторане «Сазанчик» вы можете сидеть как в юртах, так и в летнее время на такой вот летней веранде. Зимой очень уютно в этих юртах. Большое спасибо за ваше внимание. Это был ресторанчик «Сазан». «Сазанчик» на пирамидах вместо «Бочки». Также этот ресторан есть и в Ташкенте. До свидания.